Коллективы из Москвы, Воронежа, Дальнего Востока, Казахстана, Крыма и Кавказа, северных регионов. География этого белорусского фестиваля была очень обширна. В составе нашей делегации были такие коллективы, как хор мальчиков «Арго», хоровой коллектив «Радость» и четыре солиста. Подсекина Полина, класс Поповой Марины Анатольевны, Тарареева Александра, Кудрявцева Елизавета и Зорина Кира. И в Минске воспитанники Котласской школы искусств выступили очень достойно. Все наши ребята были отмечены дипломами лауреатов первой, второй и третьей степени. Международный творческий фестиваль «Белорусские узоры» принес мне массу впечатлений. Мне очень понравился конкурс и город, в котором проходил сам конкурс. Было все очень интересно. Я заняла первое место, и осенью 2020 года я поеду в Санкт-Петербург на финал самого конкурса. Без сомнения, для котласских музыкантов все это только начало. Ведь творческий сезон еще только начался, а впереди еще много конкурсов и фестивалей.